Хей, йо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac Attributes Plus. И давайте, наверное, сегодня я сыграю за Айзека на хардкоре. Почему-то мне так хочется, почему-то и мне так сильно хочется. Так, сразу, ой-ой-ой, я эту не помню муху, чтоб... Что это за муха такая? Не-не, стойте, я должен узнать, что она делает. Нихера себе! Хм. Это, короче, как слеза, только не слеза, муха. Трубочка. Не знаю, помните ли. Только она мне... А, вот, торчит с головы. Вот такое, такое. Тоже дерьмо предмет. Бум. Минус все хп. Что это так вещи начали какие-то странные давать? Новые. Которые раньше нам не давали. А, ребята. Что это вот так? Замудрили. Сильно-сильно замудрили. Дайте мне золотую комнату нормальную и предмет нормальный. Не знаю, ну вот это на самом деле нога спорный предмет, потому что как бы и он дамажный, но не частичный. Если он бы часто бил, тогда окей. А так каждые 10, кажется, секунд, да, или 5. Тести пирог. Рандомные слезы. Ну, лучше брать другой аналог такого предмета. Кажется, или это он и есть. Тоже типа слезы разные. Тикфит. Фигня. Блин, даже с D6 я не могу нормально ничего найти. Поехали. У меня копилка. Библетус. Ой, бля. Мертвая муха. Возьмем, поехали. Сделаю... Ой, за сердце мы потом придем. Сделаю из тебя имбу. Так, 4 монеты в начале. Довольно неплохо. Довольно неплохо 4 монеты в начале. Я вот не понимаю их. Что это? Что они делают? Они как бы и убегают, и наступают. Несколько вещей в один момент. Я не был до такого готов. Не, ну на самом деле, вот паразит — это прикольный предмет. Он довольно имбовый, если собрать... Допустим, тот же предмет стрелу, либо спектральные слезы. Если я найду спектральную доску, это будет просто замечательно. Имба предмет. Просто имба предмет. Надеюсь, мне нужно объяснять, да, что будет, если будут спектральные слезы. Он просто пролетает, и вот каждый объект так тррррр разваливается. Так, подождите, это ж... А, это обычный, ладно, все. Так, чемпионская версия довольно опасная. Вау. Suicide guys, да? Циц. Босик. Довольно босс с много хп, но он довольно прыгучий и может зацепить того, у кого не так уж много скорости передвижения. Вот особенно если еще на эту херь наступлю, вообще будет замечательно. Но она в основном такая. Тебе. И... Рукав.
Быстренькие. Бля, а я не помню, что эта фотография дает. В смысле, когда там бомба? Раньше бомбы не было. Я его лучше здесь оставлю. Фотография, фотография. Блин. Манай, там хороший камень. Там гуд камень. В принципе, двойной рукав тоже хороший. Так как у нас будет две тринки. Хотя я мог зареролить. А, фиг с ним. Но я все равно сейчас с вами... Блин, тут, кажется, горелый, да? Подвал, нет? Заброшенный портал. Ну, даже не задавайте вопрос, почему я его называю портал. Это паразит мне такой хер дают? Или фотография? О, монеты. Кажется, везунчик. На первых этажах не должно быть ничего скрыто в этих пацанчиках. Поэтому просто убиваем их, как обычных врагов. Вот эти пауки, что они ходят хаотично. Нет. Сделка. Минус сделка, зашлись. ГГ. ГГГГГГ. ГГГГГГГГ. Я еще на шипы встал. Кажется, у меня такое предчувствие, что время сливаться. Если мне сейчас имбу не дадут, золотое время сливаться. Только еще найти нужно. Ну что, давай. Время истины. Я уже готов сливаться. Пыталка. А. Да. Мне просто горит. Там было спектральный, там был лучок. Там был ебучий лук. Там были ебучие спектральные слезы. Я, блядь, их не взял. GG. 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 Плюс я еще от этого закоцался. Когда бомбу вставил. Вообще зашибись. Я хочу собрать имбу. Уа. Зачем так сложно делать? Дайте мне просто хороший айтем. Там же дамаг падает. Карта, это прикольно, ну. Никогда у тебя D6. Блин, почему мне везло? Охренеть. Она меня преследует. Меня преследует эта странная карта. Ангельская карта. Или это иконка, подождите. Это либо карта, либо иконка. А. Что же еще могло мне дать? Охренеть. Лучшие предметы 2016 года. Я сейчас закончу играть в игру. Вы надоели.
Вы, блядь, надоели. Нахера мне убогие вещи? Да херич, есть хороших вещей. Вот одна из них. Наконец-то. Хорошо, мне посрать. Не посрать, сколько мне дает урона. Я просто беру, потому что он на урон. Она это, конечно... Такой наглый. Решил начать пулять меня. Ну... Ага. Ага. Класс. Окей, хорошо. Все в порядке. Все в порядке. Теперь я в порядке, у меня есть сердце. Но меня все равно не оставляет в покое карта. Не, подождите, это белая карта ведь. Сейчас мы потеряем то, что у нас было. Или нет? Так, еще где-то есть хороший камешек у нас. Ну, я имел в виду не камешек, но вы поняли. Золотая комната. Просто замансил. Все было именно так задумано. Так, заходим. Я вижу, что это жопа. Заюзываем. Заходим, забираем. Я оставляю здесь. Смотрим, что взорвется. По звукам ничего не дали. Ладно. Идеальный босс в начале. Просто супер босс. Я не помню, на самом деле, какая есть карта. Ты чё, идиот? Чё, идиот? Ты что творишь? Манать, идиот. Монстра это такое дело обычное. Вот блин, почему в адских комнатах всегда дохера предметов на урон? Ну хотя и в райских комнатах тоже. Светлая корона, которая работает только когда у тебя есть синие сердца. Этот еще сердце. Но только на сердце, там кажется, у нас скорость атаки жестко режется. Он вообще, да, на меня не прыгает? Так, кажется, он не может прыгать на меня. Она... Чувствую, у меня от этой игры жопа сорит. Все, я теперь принцесса. Не знаю. Понять. Нет, я должен это сделать. Я должен это сделать. Я не помню, что она дает, но кажется, мух создает. То, что мух создает, это точно. Так, бомбы на ключи менять. Ключик.
Ключик, 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 ключик. О, сейчас взорвем. Ай. Еф. Ага. Вот так, да? Лимон пати. Пати ебати. Гомняшный. Понимаете, это как бы подвал у нас горелый. В огне. И при этом он в дерьме. Кто-то сильно недолюбливал этот подвал. Яблоко. Теперь у нас бритвы хотя бы. Книжка тупая. Одни книги. Зачем мне книги эти? Так, ладно, сделка мне все равно с дьяволом не нужна. Нам теперь только райская нужна сделка. А чего у меня муха вылетела? Эти добрые мушки, которые ничего тебе не нанесут. Так, вижу хороший сундук. А мне да, терзу увеличили, все. Предмет хороший из-за терзы. То, что лезвие с шансом очень сильным, маленьким. Да. Да-да-да. Давай, открывайся. Давай, открывайся. Мать, ну ду-ду-ду-ду-ду-ду. Почему так жестко? Ага. Так даже, да? Красная свеча. Красная свеча, у нас еще здесь проклятие. Зашибись. Зашибись. Просто игра все лучше и лучше идет. Интересно, что мне сейчас за дерьмо дадут. Вы надоели. Да, я сейчас игру удалю. Даже жопа горит. Сгорит аварина. Сундук на той стороне. Ну, может бесите. Куда бы бомбу, блин, поставить? Хотя, а что мне мелочиться? Так, ну я хотя бы знаю, что здесь. Я хотя бы знаю, что здесь. Поэтому. Батарейку нужно пойти насобирать до конца. Прикиньте, еще одна часть гарпии выпадет. Жопа будет.
А, огонь тушится, когда я по нему стреляю. Прикольно. Прикольно, вы смастерили. Так, не понял, стоять. Или там просто этот взорвался? Да, походу там просто взорвался челик. Ну черт. Блин, ладно, он слишком далеко. Пипец. Значит, это все-таки активку, да, открывает? Что, почему мне эту раньше типа карту не давали? Странно как-то. Так, стоять. Сразу давайте. Тык. Я понял, вы издеваетесь. Ну, ладно. Хотя бы что-то новое. Берем карту. И вперед. Их мрази спавнят. Какой? Какая же ты мразь? Ой-ой-ой, не, беру свои слова обратно. Будь там кем, каким был. Да ладно, издевайтесь. Вы издеваетесь. Окей. Окей. Держу в курсе. Окей. Потратил ключ. Окей, потратил второй ключ. На пустой ящик. Ну, здесь половина ключа на самом-то деле, поэтому... Ну, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Теперь некоторые хотя бы слезы будут вражески отлетать от меня. Ну. Отлично. А ключей у меня нету. Отлично. Теперь мне нужно понять, где мне искать два ключа. Один на магазин. И один просто на золотую комнату. Кайф. Берем ключи в рассрочку. Один ключ есть. Так, мне нужно еще, получается, один предмет. Ангельский предмет, и все, да?
Все, я собрал с Серафима, отлично просто. Библетус. И у меня бесконечный полет. Ну, замечательно. Я сделал то, что мне нужно. Это просто еще повезло, что у меня там книга выпала. Блэк. Если еще батарейку дадут, будет прикольно. Чтобы я зареролил. Хотя нет, ключ тоже норма. Искать непонятно где этот магазин, чертов. Занятие не из лучших. Главное замечу, что ихние кости превращаются в слезы фиолетовые. Они в виде фиолетовых костей летят в них. Они фиолетовые летят. Фиолетики. Так, ну в принципе оружие перезаряжено. Тихо. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Монетка. Пипец, почему ты такой огромный? Крафт. Excel уровень. Двойной уровень, ну блин. Это жопа. Просто жопа. Все, босс. А магазин я так и нашел. Магазин я так и не нашел. Оп-оп-оп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, вот он нашел последнего. Так. Нихера взрыв. Магазин. Я здесь вижу то, что мне не нужно. Это ёлки-палки. Он был не фиолетовый. Какого черта он стрелял в меня? Можно пойти еще в это. В шипастую комнату. Вот он, да, взорвется сейчас. А тот я не понял, почему он взорвался. Взорвись, уже надоел. Нет, это, допустим, не взорвался. Не понял, что-то непонятненько уже происходит. Богая комната. Пилюли читатель. Телепортатор. Так, где-то у нас нигде таблетки, да, не валялись. Все, в принципе, можно идти нам к боссу. Зайдем к фасту по боссу. Скажем, hello, давай нам райскую комнату. Он скажет, ого, окей, без проблем. И даст нам райскую комнату. И будет все без проблем. Пожалуйста, дай мне огонь. Ништяк, повезло. Два раза повезло.
Два раза повезло. Вау, терза. Две терзы — это отлично. И кажется, это все, да? Я не могу дальше прокачивать терзу. Только у меня урона. Нихера себе. Ладно. Беру свои слова обратно. Нихера себе. Дерьмо. В смысле? Ой, это такие убогие враги. Вот не поверите. Я их просто ненавижу. Блин, только не говорите, что я зря вот эту херь взял с таблетками. Пульт. А нет, золотая комната. Самый полезный предмет в мире. Это же, бля. Флай-орбиталка. Pretty fly. Pretty fly. И главное, что оно стакается. Вот это самое прикольное. Pretty fly. Сука. Чунок. Ла-ла-ла-ла-ла. Минус. Так, сейчас сразу заполучим мы с вами. Ой, и черви эти уже появились. Да, новые враги появлялись. Значит, уже скоро можно будет подрубать моды. Только у нас еще фаргот не крыт. Не крыт. Нам еще нужно фургон открыть, ласт открыть. Так, все, у нас этот готов. Пойдемте еще раз за реролем. И если нет, тогда буду взрывать с помощью бомб. Паразит, отлично. Смотря какая у меня скорость атаки. Вот видите, он типа разрывается по несколько раз. Даже как маленькие эти. Просто имба. Предмет вот этот отвратный, его лучше вообще не брать. Он просто телепортирует вас в рандомную комнату, куда вы активку прожимаете. Поэтому она считается дерьмом. Так, токсики. Токсические попрыгуны. Блин, дайте мне спектральные слезы. Вообще будет жопа. Всему живому. Так, ну ключей мне уже нету. Да ладно. Ну да, конечно, не повезло вам. Ну, я могу уже купить три предмета еще себе. Два предмета. А у меня нету ключа. Я бы не против найти где-то таблетку, которая мне поменяет. Пипец, видели, у меня вообще даже глаз нету. Ключи на бомбы. Потому что бомб у меня дохерища.
Просто бомб дохера. Просто атака, блядь. Просто атака. Снарядами. Вот и ключик подъехал. Ух ты ж. Чемпионский пояс. Батарейка по скидке. Батарейка по скидону. Еще терза, но у меня ни хера не увеличится, да? Увеличилось до 5, ничего себе. Ну ладно. Возьму ваш ключик. Ой-ой-ой, я забыл твои атаки, чел. В смысле ты меня таранишь, слышишь, придурок? Вы меня тараните. Таранит у меня. Так, пол ключа. Бля. А это только вторая часть ключа. Упс. Упси. Упси. Ладно. У нас будет еще одна золотая, в принципе, комната. Ладно, возьму. Ну, как раз нам откроется весь уровень. Давайте тогда я карту оставлю на утрубу. Погнали наверх. Погнали наверх. Погнали. Главное по пути нигде не просрать. Нечаянным. Так, бомба. А ключи мне можно? Ключ, пожалуйста. Поехали. Окей. Из Forever Alone у нас ничего не выпало. А видно, как бы то ни было. Но терза у меня жесткая. О, тут призраки. Ага, вижу золотую комнату, хорошо. Но с другой стороны, ни хера не вижу, потому что мне нужен странный ключ. Ключ, пожалуйста. Батарейка. И именно то, что мне нужно было. Спасибо. Благодарствую. Минус целое сердце. Ну ключ. Ключ. Пойдемте в магазин поищем. Там не было ключа в магазине. Никто не видел. Ключик. Ну я сердце, конечно, хотел купить по скидке. Ой, бля. Ну уже ладно. Что считается за трипл шот?
Stairs down и triple shot. Окей, возьмем. Понятно, я сделал себя намного хуже. Я понял, я себе забег немного запорол. Пойдем в райскую, да, комнату или в ад? Пойдемте в ад. Только сердечко себе куплю. Просто жесть. Теперь буду знать, что дерзаю на девятку уменьшится. Не потому что она значительно на самом деле понизилась мне. Просто не представляете, насколько сильно. Вы даже не понимаете, насколько мне понизило это все. Мне бы еще райскую комнату, чтобы открыли. Было бы вообще замечательно. Было бы неописуемо замечательно. Так, поехали. Сразу идем на босс раш. Атакуем, атакуем, не даем выйти оттуда. Тролль-бомба, обычная бомба. Ага. Пустите меня туда. Что здесь? Охренеть, я иду же в золотую комнату. А зачем я туда иду, если у меня нету, знаете чего? Правильно, ключей. Чем я буду там сундуки открывать? Идеально. Идеально я выбрал. Сейчас бы мне вообще не помешало хересы. Мы тебе ключик взамен на бомбы. Так, донат машин спаун. Вот это не пойму, крестик, по идее, нет. Ладно, погнали. Блин, просто терзу мне покоцали жестко. Охуеть. Что может быть еще хуже? До хера покоситься и сдохнуть в конце. Самое идеальное, что я могу сделать. Идеально, что может быть. Идеально. Куда мне идти? Не, ну конечно взрывается оно много, но... Мне просто скорость атаки порезали жестко. Почему ты меняешь цвет? Ты же был синим. Так, если комната не откроется, я сам открою. Ой-ой-ой-ой-ой.
Хо-хо-хо. Спасибо. Спасибо. Тристан, папин ключ, фамильяр, челленджи, перо. Спасибо. Плюс хп. Плюс джокер. Просто замечательно. Вот, серьезно. Просто... Возьму белое сердце, ладно. Теперь у меня урон. Считай 14, плюс самонаводящиеся слезы. Это просто офигенно. Это просто офигенно. Офигенно, офигенно, офигенно. Только я забыл в ворд взять еще одну карту. Мы сейчас все равно на сатану еще попадем. Это вдвойне великолепно. Это просто великолепно. Только мне нужна хп, желательно. Воу-воу-воу! Так, нет, с тобой я уже играл, я, кажется, уже бонус получал, да, за него? Тебе за задачу. Только айтем дай. Ключ. О, у меня уже 8 ключей, ни хера себе. Хорош. Ребят, значит, еще не все у нас просрано на самом деле. Я еще... В сундуке пособираю до хера предметов. Главное выжить там. Это будет сейчас у нас главная миссия там. Главная миссия выжить. Остальное посрать. Так. Взрывной! Нет, не взрывной. Монетка. Интересно, вот эти разлетающие, они тоже как бы дают мне? Или нет? Типа наводку. Ну что, поехали? Джоп. Что, голос сейчас сходим? Так, мы в рай брали, поэтому в рай идем. Блин, я зареролить мог там предметы, черт, подумал. Го вниз. По низу тогда и пойдем. Бомбермен. Так, World. Или лучше... А, не буду ничего делать. Лучше в сундуке заюзаю. Лучше в сундуке заюзать. Тут ключ. Very good ключ. Так. Давайте тогда вправо.
Не повезло с комнатой, ладно, лево. Сердце. Изи. Изи забег. Изи. Сердце. Блин, неужели был тот вариант? Я просто думаю, он вижу к углу куда-то там ведет. Навряд ли там будет босс. А здесь не тут было, да? Как меня бесит эти враги. Вначале бессмертно, только можно увидеть, сколько их всего. То появляется, то исчезают. Вообще раздражают. Вау. Пластика. Ай-яй-яй. Так, еще два сердца у меня здесь, и здесь еще повыбивай, если нужно будет. Батарейка. Все равно умирайте. Вот эти уже опасные. Эти опасные чельки. Так, снова же у нас здесь костры. Поехали. Мне кажется, они будут просто суицидиться. Под меня. Он просто вот начинает пулять, я вот так специально вблизи еще встану. И его сами же контратаки его будут убивать. Смокинг Айки. Я получил нового паука. Да, я понял, что его открыл. Ох. Чертов лучок. Но лук мне уже, в принципе, не нужен. Я возьму. False Heart. Дальше. Дорс. Не-не-не-не. Дальше. Так, ну сердце можно взять. Запомни, что здесь бомба. Ай-яй-яй. Ладно, погнали за сердцем. А ладно, потом вернусь, все равно. Да черт! Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Нет, тогда я беру сердце. Я беру красный вакуум. И все. Просто выношу. Я даже не уверен, что я хочу идти на босса. Меня уже просто избили здесь. Давайте просто для рерола. Просто для рерола. Почему здесь так все темно? Так, поехали. Так, заюзаю батарейку, тогда пойду.
и пойдем сразу наверно. Не будем тратить время, я думаю. Блин. Ну, возьму. Давайте, ладно, пошлите. На сатану. О, так это, слушайте. У нас довольно все хорошо идет. Посрать, посрать, посрать. Тихо, 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 разрывается он уже. Нормально, нормально, нормально. Как мы его разносим? Почему ты вызвал этого червя? Так, ангелы. Ангелы, ангелы, ангелы. Все, тихо, 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 тихо. Пипец. Это, понимаете, просто я аж в одну точку, да, бью? Все, у него уже череп ломается. Все, ГГ, 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 ГГ. Ой, я... почему мне только теперь дают Абадона, Аполлониума этого? Как-то так. Ух. Край Бэйби. Деструйер. Ну, в принципе, как-то так мы убили. Сатану. Что у нас вообще? Подождите. Вот у нас моды, которые можно еще будет проверить. Там дохера скачать я могу. Это сейчас, которые стоят у нас. Статс. У нас 348 предметов уже собранных. Концовочки, считайте, почти все. Секреты. Ну, секреты, да. Бестиарий. Один неизвестный, два тут неизвестных. Два, три, дохера. Потому что это открывается, когда мы что-то специально убиваем. По боссам. По боссам у нас что? Один. Ну, это, в принципе, паук, скорее всего, который вот это... Новый, который мы недавно только открыли. Еще один ангел. У нас только вот белый, да, и красный. Нам нужно еще белый здесь. Потом супер грида не хватает. И еще два босса. А еще здесь боссы. Ну это хаш, делириум. Специальный жук. Огромная херь, которая вылазит из-под земли. Типа чертенок, маленький, большой чертенок. Это у нас уже 5 боссов, да, получается? В принципе, да. Ну и все, типа как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.